Депутат Государственной Думы Николай Харитонов побывал в Армавире и встретился с Советом национальных общин города. Николай Михайлович рассказал о своей работе и ответил на вопросы участников встречи, которая проходила в Центре армянской культуры. Николай Харитонов с сентября прошлого года представляет в Государственной Думе интересы нашего города. И, как отметил глава Армавира Андрей Харченко, благодаря народному избраннику многие из долгоиграющих проблем муниципалитета уже начали решаться. В конце мая месяца по инициативе уважаемого депутата у нас состоялась рабочая встреча в Министерстве строительства Российской Федерации, где мы встречались, Николай Михайлович, три главы районов, это Лабинский, Мостовской, город Армавир, по проблемным вопросам нашей территории с министром строительства Российской Федерации. Николай Харитонов заверил присутствующих, что Армавир и жители города могут рассчитывать на его поддержку. И все вопросы в рамках его компетенции, поступившие на имя депутата, будут решены.